В хадисе говорится: когда сатану низвергли на землю, он спросил: «О Господь, Ты низверг меня на эту землю и проклял меня, лишив своей милости. А где же теперь будет мой дом?» Всевышний ответил: «Твой дом — отхожие места». Тогда Иблис снова спросил: «А где я буду проводить свои собрания?» И Всевышний Аллах ответил: «Твои собрания — рынки и места сбора людей у дорог». Иблис вновь спросил: «А что же я буду есть?» Всевышний ответил: «Твоя еда — это та еда, над которой не упомянули имя Всевышнего Аллаха». Тогда Иблис попросил: «Сделай для меня напиток». Всевышний сказал: «Твой напиток — все, что опьяняет». Иблис попросил снова: «Сделай для меня муэдзина, призывающего к совершению молитвы». Всевышний сказал: «Твой муэдзин — свирель». Тогда Иблис попросил опять: «Сделай для меня книгу». И Всевышний сказал: «Это песни и стихи». Иблис спросил: «А будет ли у меня мое письмо?» Всевышний на это сказал: «Твое письмо — это татуировки». Иблис продолжал: «А можно ли сделать для меня изречение?» Всевышний сказал: «Твоими изречениями будет всякая ложь». Затем Иблис спросил: «А будут ли у меня посланники?» Всевышний сказал: «Твои посланники — это предсказатели». Иблис попросил: «Дайте мне капканы». Всевышний на это сказал: «Твоими капканами будут женщины».